бой под номером 5, и это женский бой. И приглашается Челена Багнюк! You've been breaking me down, now it's enough, 'cause you'll do it again and again, oh. I hope that you'll be gone soon, I can't take no more, oh no. I will never fall for your lies again, oh. I will never fall for your lies again, oh. You shot me right in the face with a shotgun. You shot me. Приветствуем ее соперницу Ксения Гусева. When you run this over, just admit when it's in its end. 'Cause I'm at the end of my
Джоу, мы представляем соперниц, участниц пятого поединка нашего вечера в рамках поединка по женскому профессиональному панкратиону. И справа от меня, в синем углу клетки, спортсменка, вес которой составляет 53 килограмма, 168 сантиметров, ее рост. Ей 24 года, является кандидатом мастера спорта по боксу, также чемпионкой ПФО по панкратиону, победительницей турнира по профессиональному ММА «Золотая Орда 2» 2016 года, «Золотая Орда 3» 2017 и «Золотая Орда 4» 2017 года. Победитель турнира по профи «Битва Горцев» в городе Уфе. Профессиональный рекорд. 5 боев, 4 победы при одном поражении. Бойцовский клуб «Золотая Орда» Набережные Челны. Челена по прозвищу Багира. Багнюк. А также ее соперница, стоящая слева от меня в красном углу клетки. Спортсменка, вес которая составляет также 53 килограмма, ей 23 года. Является многократной призеркой и чемпионкой России по тайскому боксу и панкратиону. Также чемпионкой Кубка Александра Невского по панкратиону. Профессиональный рекорд. 3 поединка, 2 победы, ни одного поражения, 1 ничья. Представляет город Санкт-Петербург. Клуб Мати Тим. Ксения по прозвищу Амазонка Гусева. Рефери этого поединка Рустем Сахибгариев. Итак, у нас украшение турнира «Битва за Самару», женский поединок. Рамис, пока пару секунд. Ты, я знаю, Ренату хотел помогать. Да. Сейчас участнику главного поединка, Ренату Фахридинову, что там, как он эмоционально? Расскажи прям пару слов, и будем на девчонку смотреть. Вот, знаете, парень спокоен совершенно. Вообще, как бы, себя очень хорошо чувствует. Никаких эмоций. Сейчас его типируют руки. Бинты. Бинтуют, да, бинтуют руки. Ох, смотрите, как хорошо двоечка зашла. Лоу, оверхенд. Девчонки как показывают. Это девушки, я не пойму, или кто это? Это девушки. Но бьются они. Не верю, как говорил Станиславский. Оба в левше стоят. Джеб, смотрите, поджимает. Боец из Питера поджимает. Боец или как правильно назвать? Если вот женское название, если вот боец, а как вот бойчиха, как правильно сказать? Это бойцы в любом случае. Боец, наверное, ну, да. Это сила духа. Это и характер. Характер. Вот сейчас попробую перевернуть. У нас как раз украшение турнира. О. Женский поединок. Да. Девчонки действительно показывают. А вот та девочка, которая характер. Сейчас поддавливает, у нее такие глаза такие. Вот совсем девочка. А в бою она ведет себя как настоящая хищница. Львица, тигрица. Львица, тигрица. Смотрите, как грамотно уходит от борьбы. Это вот колено. Девчонки. Девчонки бьются. Девчонки, да. Девчонки ли это? Если бы не розовая юбочка, я бы не поверил, что это девчонки. Такие удары жесткие. Но характер они действительно демонстрируют. Феноменальный. Я думаю, что мы еще выйдем. Смотрите, как грамотно забирает ногу. Ратос видит тут. Контролирует голову, накидывает удары. Ох, колено пошло. Еще привет, одно. Привет. Вот подхватик. Занимает доминирующую позицию. Нет. Боец. Елена Багнюк. Очень так эмоционально поддерживают. Грамотно защищается Ксения. Слушай, насколько грамотно вы карты подобрали, на самом деле, даже девчонок таких. А вот к нам Юра Барцуков сейчас подходит. Да, кстати. Юр, собственно, скажи пару слов, организатор. Тот человек, во многом благодаря кому этот турнир стал возможным. Юра. Собственно, увиденное. Как тебе?
Половина уже почти прошла, как бойцы. Оправдали надежду? Но судя по зрителям, я вижу, что оправдали по боям. Мое мнение. Бои нравятся. Зрители ждали немножко больше. Бойцы, да, молодцы. Мы уже видели и травмы, и волевые характеры. Вот у нас девушки приехали. Одна девушка у нас, Елена Багнюк, она у нас с набережной Челны. Ксения Гусева из Санкт-Петербурга. Обе бьющие. Елена недавно выиграла ПФО по боксу, второе место, по-моему, заняла. Ну, мы видим, что девочки достаточно профессиональные, обученные. Полраунда проработали в стойке, причем очень хорошо. Сейчас перешли в партер. Лена сейчас пытается треугольник набросить. На самом деле, я с девчонками тоже общался до турнира. Они говорят, что это в том числе и женский вид спорта, несмотря на всю жесткость. И они порой действительно показывают, не порой, а действительно, те, кто бойцы, девчонки, они показывают характер, показывают целеустремленность. Девчонки просто молодцы. Люба, дорого смотреть на это, на все. Что ты ждешь от главного поединка? Ренат Фахридинов, Кевин Оливер. Ну, как от любого главного боя, мы ждем, конечно, как сказал сам вчера Ренат, завтра будет баня, завтра будет бой. Вот Ренат, хороший боец, профессиональный, у него хороший рекорд. Не ошибусь, по-моему, 11-1, он на серии из 10 побед. Да, из 10 побед, поэтому это профессионал, который сейчас тренируется в Москве. Бьет с обеих рук, бьющий, с хорошим партером. Я думаю, что Ренат оправдает наши надежды. Искренне болеем за него. Да, конечно. Но видел я Кевина Оливера, там такая антропометрия. Там, да, Кевин такой, он высокий, большой, он нестандартный, скажем так, да. Бьющий с обеих рук. Больше, конечно, в стойке работает. А вот, может быть, Ренат приготовил какой-то сюрприз в партере. Я думаю, что будет хороший, интересный бой. Так, а у девочек сейчас перерыв. Я сейчас спрошу, насколько тяжело было подбирать карт, как вы подбирали. All they just say is please me, or spend some time and rock a rhyme. I said it's not that easy. It's tricky to rock around, to rock around. That's right, on time is tricky. How is it, Dave? It's tricky, tricky, tricky. It's tricky to rock around, to rock around. That's right, on time is tricky. Tricky, tricky, tricky. In New York, the people talk and try to make us rhyme. They really hawk, but we just walk. Возвращаемся вместе с вами, уважаемые телезрители, визуально в клетку. Разумеется, в клетке спортсмены и рефери, а мы за этим всем наблюдаем. Итак, в первом раунде девчонки, девушки, спортсменки показали целеустремленность, показали дух, показали красивую борьбу, ударку. Да, сейчас вот они все это продолжают демонстрировать нам. Как ни странно, Саш, да, обе бьющие, обе ударницы, а бой мы видим в партере проходит. А вот, наверное, они обе и хотели друг другу сюрприз преподнести, и поэтому партер. Это такая вязкая борьба сейчас идет. На самом деле, приятно тоже смотреть ударницы, когда переходят в борьбу. То есть они показывают свою разносторонность, не на одном зацикливаются только на ударке. Ну,
Могут ли быть бои по смешанным единоборствам по профессиональному панкратиону среди женщин? У каждого свое мнение. Тут. Но одно, можно сказать точно. Духа, характера и профессионализма этим девчонкам уж точно не занимать. Да и в физике, я думаю, они дадут фору многим мужикам. Посмотрите, что они делают. Это просто что-то невероятное. Напоминаю, это поединок девушек. Сейчас к экватору подходит второй раунд. Ксения в доминирующей позиции. Пытается завершить этот поединок досрочно. Рефери внимательно наблюдает за всем происходящим в клетке. Он на чеку. В любой момент может так случиться, что придется принимать ему волевое решение. Собственно, судя по всему, рефери это решение и принял. Так, победа за Ксенией Гусевой. Досрочная победа. В этом поединке досрочную победу техническим нокаутом, добиванием, остановкой рефери победу одержала спортсменка из Санкт-Петербурга Ксения Амазонка Гусева. Аплодисменты ее соперницы Елене Багире Багнюк. Буквально несколько слов о нашей чемпионке. Скажи, пожалуйста, каков был план на бой? Потому что видно было, что у тебя очень качественная подготовка по тайскому боксу. Это тайский клинч, это перевод. Но что было запланировано в партере? Именно добивание, либо ты была готова и к борьбе? На самом деле я была готова и к борьбе, но ставка была сделана, конечно, на добивание, потому что все-таки я ударница, а не борец. Ну что ж, я думаю, что план на бой состоялся. Наши аплодисменты тебе и, конечно же, участнице за достойное противостояние. Я думаю, дамы и господа, девушки, достойно аплодисментов. Они вышли и показали настоящую схватку и универсальность в этом поединке. Ваши аплодисменты, общее фото под музыку от нашего диджея. И мы провожаем организаторов и участников поединка. Ну что ж, а прямо сейчас, уважаемые гости, поприветствуем в клетке почетного специального гостя нашего турнира, легенду K1, спортсмена из Белоруссии по прозвищу Красный Скорпион. Алексей Игнашов! Поприветствуем почетного гостя. Здравствуйте, мы рады вас приветствовать на нашем турнире. Как вам бои, как вам подготовка спортсменов и, конечно же, организация? Вы сами все видите, все
очень довольно замечательные бои, красивые. И накалы, страсти, и что можно сказать. Спасибо, спасибо всем тем, кто принимал участие. И, конечно же, вопрос к вам. Вы из Беларуси, и, конечно же, Беларусь славится сумасшедшим рейтингом спортсменов по тайскому боксу, чемпионов мира, по К1. Вот скажите, что происходит в Беларуси, почему такие высокоуровневые спортсмены именно по ударным видам спорта, почему вот ни в России, ни в Украине, ни там рядом, где города российские, возможно, там Брянск, таких нету спортсменов, как в Беларуси. Что у вас за супершкола, которая была заложена и результаты которой видит весь мир? Ну, так уж повелось. Беларусь одна из первых, можно сказать так, освоила этот вид тайландского бокса. Но это не совсем так, что только Беларусь. Нет, на самом деле и в России есть очень сильные бойцы. И вот у нас был чемпионат мира в 2017 году, ну, Россия была после нас, но девочки молодцы. Они, конечно, команду вытянули, парни немножко подкачали, но... Ну, они дышали прямо в спину всем белорусским спортсменам. Ну, дамы и господа, великолепный чемпион, по прозвищу Красный Скорпион, ваши овации. Спасибо, что посетили наш турнир. Ждем вас в следующий раз обязательно, как почетного гостя. Спасибо. Ваши аплодисменты и музыка диджея провожаем нашего великого чемпиона. Ну что ж, а перед тем, как продвинуться дальше, вновь соорганизатор турнира, известный боец ММА Арамис Черегулов. Поприветствуем. Вручение благодарственных писем и вновь наши ассистенты просим помочь для того, чтобы наградить и обозначить всех тех ценных людей, которые помогают в развитии спорта и продвижении бойцовских универсальных стилей не только в Самарской области, но и по всей России. Итак, Сидоров Дмитрий Романович в номинации «За показанные высокие результаты и достижения по спортивной борьбе в дисциплине панкратион». Now let me welcome everybody to the Wild Wild West. A state that's untouchable like Elliot Ness. The track hits your eardrum like a slug to your chest. Back a vest for your Jimmy in the city of sex. We in that sunshine state where the bomb ass him be. The state where you never